Тяжелая игра, тяжелое поле, в общем-то, так предполагали, что будет обилие, много борьбы, единоборств. В общем, так и получилось. Тем не менее, в начале второго тайма могли забивать, и должны были забивать. Два момента у Казанкова были очень хороших, но не забили. Во второй половине, в общем-то, так хозяева нас придавили штрафной. Где-то Вавилин выручил, где-то защитники блокировали удары, в общем-то так. Думаю, что закономерный результат. Пожалуйста, вопрос. Вы приезжали в Воронеж в качестве фаворита. А в чем вот не удалось переиграть фаворита? Ну, как мы фавориты? Я не скажу, что мы фавориты ФНЛ. Думаю, что там 3-4 команды фавориты, у которых все стабильно. У нас не все стабильно, и по составу нестабильно, и, в общем, не получилось. Что не получилось? Забить не получилось. Проблема создания голевых моментов не получалась. В общем-то, мяч недостаточно быстро двигали. Ребята вот жалуются, что качество поля не позволяло. Хотя вчера так на тренировке двигались, в общем-то, с удовольствием двигались, и мяч двигался, и быстро двигали мяч. Но сегодня в игре у нас не получалось. Переходы были неплохие, предпосылки для быстрой атаки, но мы мяч тормозили, лишние касания делали, передачи не точно, в общем-то, так не получилось. А так, в целом, думаю, что сыграли на своем уровне, поэтому здесь к ребятам никаких вопросов нет. Все боролись, все бились, никто не упадал, в общем-то. И факел сражался, поэтому все так, как должно быть, наверное. Еще вопрос. Вы хорошо стартовали, ну, на этом отрезке какой-то не совсем удачный отрезок. Ну, там разные причины, разные истории, поэтому если так все говорить, не всем будет приятно слышать это, и то, одно и то же говорить тоже смысл какой. Да, притормозили, начали чемпионат на свежести, потом тройники пошли, а как бы сборов не было, команду собрали новую, в общем-то, здесь притормозили, там и у нас и удаления были, там не басовано, и все в комплексе. Поэтому сейчас что говорить о том, что прошло? Надо думать, как дальше завершать этот отрезок чемпионата. Сейчас неделя пройдет, и это тройники сложные будут с выездами. У нас скамейка пока коротковата. Так, ребята потихоньку входят в основной обойму вот, Шумских. Два тура сидит в резерве, но пока не рискуем его выпускать. Почему? Потому что все-таки в игровом режиме долго не играл. И поле тяжелое, и боимся рецидива, поэтому ждем до конца. По атаке Кириенко выпал. Но это, ну, это у всех так бывает, во всех командах. Поэтому здесь что на кого-то пенять. Каково есть, таково есть. Спасибо.